Сегодня компания Huawei представила MateBook – 12-дюймовый гибридный планшет на базе операционной системы Windows 10. Данный девайс, как и в случае с устройствами линейки Surface, можно использовать в качестве полноценного ноутбука, подключив к нему клавиатуру-обложку. Последняя уже входит в комплект, ровно как и стилус со встроенной лазерной указкой. Еще одна особенность планшета – сканер отпечатков пальцев на торце корпуса. Корпус новинки выполнен из алюминия. Компания Huawei заявляет, что MateBook является самым легким 12-дюймовым планшетом на рынке. Его вес составляет всего лишь 635 граммов. Толщина планшета – 6,9 мм. 12-дюймовый дисплей имеет разрешение 2160 на 1440 пикселей, что несколько меньше показателей Surface Pro 4 – 2736 на 1824 пикселей. Производитель уверяет, что от одного заряда батареи MateBook способен проработать около 10 часов при интенсивном использовании. Емкость аккумулятора составила 4430 мАч. Huawei MateBook будет оснащаться процессорами Intel линейки Core M, M4, M5 или M7. Устройство поставляется с Windows 10 Home или Pro. Гибридный планшет также имеет 4 или 8 ГБ оперативной памяти, тогда как объем внутренней памяти варьируется от 128 до 512 ГБ. Зарядка ноутбука будет производиться через единственный порт USB Type-C. В продажу Huawei MateBook поступит через несколько месяцев. Самый бюджетный вариант оценили в $699, тогда как за планшет с топовыми характеристиками придется отдать $1599. Стилус Mate Pen можно будет купить за $59. Док-станцию с клавиатурой за $129. Подписывайтесь на канал. Я буду рада.